Привет, привет! Привет, привет! Вы находитесь на канале Лиска Киска. Да. А у нас на канале произошло долгожданное событие. К нам на канал подписалось 1000 подписчиков. Да. Чему мы очень рады. И хотим сказать большое спасибо за то, что вы выбрали наш канал. Да. Спасибо за вашу поддержку, за комментарии, за лайки, которые вы ставите. И по этому поводу мы сегодня с Алисой приготовим необычный тортик. Да! У нас есть вот такие коржики. Три штуки. Смотрите, я маму сделал все. И много разных сладостей. И из этого мы будем делать тортик. Привет! Привет! Игрушки Лискины будут помогать нам. Кресло. Кресло из Шопкинсов. И лисенок. Маленький. Детка. Открываем тортик? Да. Вот наши коржики. Да. Они такие мягенькие. Сейчас помажем сначала нижний, а потом все остальные. Да. А потом прилипли. Эти. Вот, потом вот этим всем будем мазать. Всем мазать, а вот это всем мазать. Вот это. А это наверх мазать. Будем для украшения ложить. Все, отсылай, намазала. Я выберу вот это. Да, давай сначала сгущеночкой, а потом сиропчиком каким-нибудь. Это обычная сгущенка. Я буду наливать или ты будешь наливать? Я буду наливать. Давай, наливай, а я буду размазывать, да? Дави. О, она коричневая. Я думала, она белая. Она оказалась коричневая. Вареная сгущенка. Полезла сгущенка. Давай размажем, а потом посмотрим, хватит или еще. Бери ложечку. И размазывай. Ты мне не поможешь? Помогу, конечно. Помоги. Размазываем сгущеночку, размазываем. Вкусно? Да. Ну, на первый коржик, наверное, достаточно сгущенки. Давай тогда еще возьмем белую сгущенку. Давай! Сюда поставим. Что мы мажем на коричневую сгущенку, чтобы видно было? Смотри. Есть вот джем вишневый. Вот он, джем вишневый. Смотрите. А это сверху, это кокосовые стружки разноцветные. Есть еще, смотри, вот какой сиропчик. Дай мне бутылочку эту. Вот такой интересный сиропчик есть, жимолость. Из жимолости сиропчик. Вишневый. Вишневый будем джем сверху. Ну давай. Берем джем. Я буду мазать. Ложку убирай. Куда ее ставить? Рядышком положим. Вот так вот. Давай. Выдавливай. Красненькая. Ну, красненькие вишни же, красненькая. Да. Плохо выдавливается, да? Да. Давай я помогу. Почему-то плохо выдавливается. Ну, кожа. Там прям с ягодками. Да. С вишневыми. Да. Размазывай. Вишневый джем. Она какая-то липкая. Размажем вкуснючий вишневый джем с ягодками. Да. Все я еще ни разу вареную сгущенку с вишневым джемом не ела. И я. Лиска не ела. Не знаю, что у нас за тортик получится. Надеюсь, будет вкусненький. Да. Да? Я выберу.
мягкую карамель? Да. Давай мягкую карамель откроем. Опа! Густоватая такая. Бери ложечку. Стой туда оглаживать. Смотрите, можно даже здесь что-то рисовать. А тут все равно не будет видно, мы же сверху коржик будем ложить. Вкусная такая карамелька. Ты попробовала? Нет. Вкусненько. Попробовать. Конечно, он уже замазался. Помоем? Ой-ой-ой. Даже вот это замазался. Вкусно? Вот скажи, вкуснота какая. Берем ложечкой. И подожди, вот сюда. Опа! И размазываем. Каша-малаша. Получается коричневая. Вот такое у нас получилось. Сверху на первом коржике ложим второй коржик. Ой. Опачки. А на второй мы зальем сначала, наверное, вот эту сгущенку беленькую, да, доча? Нет, я выберу. Ну выбирай. Эту беленькую? Да. Ну давай. Давайте, наверное, другую ложечку, да? Льем. Опа, на, что не льемся? О, вот она, она. Ку-ку, сгущеночка. Размазывай. Размазываем белую сгущеночку по коржику. И... А сверху, сверху мы нальем, наверное, жимолость. Сиропчик. Нет, жимолость. Я выберу. Выбирай. Сиропчик. Ужизи. Из жимолости сиропчик. Пьем? Да. Он такой фиолетовый. И квашу, там есть еще квашу. Классно еще есть. Ой, сейчас утекет, надо размазывать. Видишь, он какой фиолетовый, ярко-фиолетовый. А ты так сюда улетает. Девчонка. Пусть из тарелки чуть-чуть убегал. Из тарелки убежал чуть-чуть. А смотри, какой красивый цвет получился, да? Красивый. Ой-ой-ой, Йоська, выезжаю. Ну, наверное, на этот коржик больше ничего не будем. У нас еще третий есть. И туда добавим сиропчика и крема, да? Да. Давай, ложим третий. Больше нету коржика. И наливаем сиропчик. Нет, я выберу. Выбирай. Я выберу. Сироп карамельный. Да. Открываем. Будешь сама выдавливать? Нет. Вот здесь дави сверху. Вот здесь. Посмотрите, какой он красивый. Красивый. Цвет. Золотистый, да? Как мед. Попробовать. Попробуй, конечно. Вкусный? Что, правда? Ага, я тоже попробую. Какой
вкуснючий такой, и вправду карамельно-карамельный. Суперский сиропчик. Размазывай, бери ложечку. Кошка там болтается, остыла. Красивый получается карамельный коржик. Все. Все? А теперь крем сверху, да? Да. Так его надо болтать надо перед применением. Ой! Попробуешь надавить? Смотри. А нет, тебе все равно не получится. Опа! Во все стороны, что ли? Это во все стороны не тест. Вкусный? Да. Ух, какая красота у нас получается. Много. Классный? Да. А теперь что мы сделаем? Откроем ММДМсики. Давай рассыпем поверху. Дай-ка еще вот сюда, с этой стороны, чуток. Поверху насыпаем МДМ-сики. А где нету, буду осыпать МДМ. Да, где нету, просыпай. А еще у нас зефирки же есть. Да. Давай откроем зефирки. Да. Такие зефирочки есть. Да, первые будем розовые. Первые розовые? Ну давай. И розовые. Но они такие большие, давай их маленькими кусочками порежем. Я уже стащила у них. Ты уже там стащила? Ага. Нарезали зефирки розовенькие. На, раскидывай их по тортику. А я открою желтенькие с розовеньким, которые... Такие тоже нарежу. Какая красота у Лисы получается. Уже нету есть-то даже. Весь торт в зефиринках. Ага. И осталось что нам делать? Стружку кокосовую сверху присыпать? Да. Сверху все присыпывай так. Рука вся в стружке. Мам. Вот, вот так, смотри. И сыпем. Потяни руку. Ты же еще будешь рассыпать? Нет. Нет, уже насыпался. Да. Давай я сейчас рассыплю еще. Вкусненько пахнет? А, да. Мама. А вот это можешь описать 1000. Да, мы же забыли про эту штучку шоколадную. Это вода, собашка. А ты вода, что вот эту вода можно 1000 описать, вода? Конечно. У нас же 1000 подписчиков. Да. Сейчас попробуем написать. Да. Скорее ты опиши. Или не видно, ну что-нибудь сейчас изобразим.
О, единичку вроде видно. Опа, видела? Да. И три нолика надо. Раз нолик. Надо было единичку сюда поближе. Ну ладно. Опа. И три, да, надо было единичку сюда. И три нолик. И смотри, уже столько уцикала. Сбоку тут получился нолик. И цветочек какой-нибудь можно изобразить. Или узорчики. Опа. Вот такая тысяча у нас получилась кривоватая. Ну ничего. Да? Ага. Тоже красивенько. С цветочками. Разноцветный тортик. Я шоколад иду. Этот. Любишь этот шоколад? Спасибо. Сейчас это... разрежем и попробуем. А я шоколад ем. Мы будем отрезать тортик. Сейчас с Алисой будем торт резать. И пробовать, что у нас получилось. У меня кусочек большой. Большой тебе надо? Да. Прям прибольшой? Да. Кусочный получился. Давай тарелочку. Ой! Сочный тортик получился. Сочный. 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 Давай кусай. Я сейчас тоже отрежу и тоже попробую. Что же у нас получилось? Что, вкусный? Ага. Сейчас я попробую. И что? Ну, необычно, конечно, вкус такой. Все вместе посмешалось, а? Вишнево-шоколадное, сгущенное, карамельное, но вкус ничего так. Сейчас я пожелу и скажу вкус. Ты скажешь вкус. Мне понравилось. Очень даже неплохо. Интересный вкус такой. Личинка, и ладовый. Да, еще сжималась там. Непонятный какой-то вкус. У меня непонятный вкус. У тебя непонятный? Да. Он сладжущий. Сладкий? Да. Да, он еще очень-очень сладкий получился. Столько сладостей мы туда забабахали. И очень-очень сладко получилось. Я шоколад укладываю. И сочно, сладко и сочно. Сочный тортик. Я шоколад укладываю. Шоколад тебе больше всего здесь шоколад понравился? Да. И зефирки. И зефирки? А у меня непонятно. А у тебя непонятно? Так тебе понравилось или нет? Да. Понравилось? А будем есть? А тебе? Мне тоже понравилось. Я укладываю. Шоколад. Вот такой необычный вкусненький тортик мы сегодня с Алисой делали. Я сейчас укладываю чехию. Подписывайтесь к нам на канал. И увидите еще разные интересные видео наши. Я не могу ничего сказать. Увидел то. Ставьте лайки. Пока-пока. Пока-пока.